Ну что, доброе утро. Наступило утро на Днестре. Я вам расскажу то, что у нас случилось ночью. Значит, ночью клевал подлещик, карась. Взял напарник карпика, где-то под пятерку. Ну, а второго где-то кило 200, кило 300, трон такой стандартный. Такой, как он сейчас идет на Днестре. Подлещик хороший клевал. На червяка сначала ставили красного, но у красного сбивал рак. Сначала поставили черного рак не трогал. А потом уже где-то часов 12 уже опять перешли на красного, потому что, в принципе, красного тоже уже рак не трогал. Ловили в основном ночью на макуху. Макуха разная. И чесночная, и крабовая, и... В общем, кукурузная, какой-то только макухи у нас не было. Вся макуха, в принципе, работала. Ну все, в принципе, сейчас уже перезабросились, закормились. Два макушатника оставил, две кормушки и одну убийцу карася. Забросили подальше, посмотрим, что она будет. Там он, сзади меня, он видно, на речке стал дед с бабкой. Прямо почти возле них ложу с Настей. Пофиг. Никакого. Ноль по массе. Ну, посмотрим. Перецепимся. Будет интересно. Все, друзья. Пока все.